Сотрудники Шереметьево поспорили за звание лучшего работника. В аэропорту прошел финал 10-го конкурса профессионального мастерства. За призовые места в 18 номинациях соревновались около 300 человек из 14 подразделений авиаузла. Причем конкурс был продолжительным. Участники выполняли теоретические и практические задания в течение нескольких недель. А оценивали результаты руководители аэропорта и партнерских компаний. Это возможность каждого сотрудника доказать свой профессионализм, быть лучшим в аэропорту. Мы ежегодно проводим этот конкурс. 10-я номинация, которая сейчас проходит, она юбилейная. И для нас стало удивлением и невероятный отзыв от сотрудников, потому как в этом году заявлено 18 номинаций. На церемонии награждения назвали имена 49 финалистов и 21 победителя. Впервые в конкурсе была включена номинация «Верный курс» для студентов колледжа Подмосковья. Это получилось благодаря соглашению о сотрудничестве между Московской областью и аэропортом. Победителям вручили серебряные нагрудные знаки, Шереметьевым памятные стелы «Лучший по профессии», а также дипломы и ценные призы. Пожарные и спасательные расчеты должны...